Маруся, прямой эфир начинается. Маруся готова к выступлению. Школа злословия. Школа злословия открыта. Так, надо немножко поправить, что криво. Привет, дорогие друзья. Как мы думали, у нас были наполеоновские планы, как всегда. Все всем быстренько рассказать. 7 выпусков! А что мы завтра сделаем? Уже, блин, посиделки под елками закончились. Давно елку мы убрали. Как всегда, в начале, в принципе, первые выходные декабря мы наряжаем елку. И в первые выходные января мы ее разряжаем. Поэтому елочного у нас уже ничего нету, новогоднего тоже. Начался Новый год, и мы с новыми силами, эмоциями, энергиями в него вступаем. Поэтому у нас просто посиделки на этот раз у камина. Просто у камина, потому что все равно еще зима, и вы видите, там немножечко в окне снег. И вообще дотянули до того, что я через неделю уезжаю. Ровно через неделю меня уже здесь не будет. В следующую пятницу, 18 числа. Поэтому ставим лайки. Не потому, что мы любим то, что мама уезжает, а то, что мы поддерживаем. Желаем ей хорошей дороги, хорошего полета, легкого взлета, мягкой посадки. Это самое главное. Да. Выпьем за это. Будь могей! Потому что тема украинская. Да. Тема украинская. Мы продолжаем серию наших небольших передач «Мамины воспоминания». Для нас, как для семейного архива, такие видео. Какие-то действительно, кажется, вроде все ты знаешь про родителей, а на самом деле не все. Какие-то вот тонкости, которых реально я не знала, которые достаточно значительные для жизни. Например, пока мама жила на съемной квартире, там на квартире у кого-то я не знала таких вещей, когда была, значит, в девках ходила. Вот, и какие-то там и последующие ее... Думаю, боже, когда я в девках ходила? В девках ходила, и последующие, поэтому интересно, и вот я хочу, мама, перебить, ребята, интересуйтесь молодостью своих родителей, потому что вам кажется, что вы все знаете, а есть еще столько всяких мелочей, которых вы не знаете о родителях, а это достаточно... Пока родители живы. Пока родители живы, пока они помнят, потому что иногда уже не помню. Правильно. Вот, потому что даже иногда что-то я сама пытаюсь вспомнить про свое там что-то какие-то, я не помню, вообще детство вообще у меня стертое практически, ну я помню основные какие-то эпизоды, ну так, да. Юность даже очень много затертого есть, оно кажется, что ты вот все, что произошло, кажется, что ты будешь помнить всю жизнь, но жизнь проходит, мы забываем, поэтому интересуйтесь у родителей, пока они помнят вам рассказать какие-то интересные вещи, ну и вы интересуйтесь, в общем. Это, я думаю, такая очень интересная будет для вас память на всю жизнь. Это вот. Правда, это правда. Потому что я теперь жалею, что я очень много не там у мамы не спросила, даже у бабушки. Теперь я думаю, вот какие-то даже рецепты. Элементарно. Вот даже гефильте фиш, как моя бабушка делала. Вообще-то я еще даже записала вот песочное печенье, вот это вот песочное тесто, это от нее. И вот это гефильте фиш где-то я записывала в моих старых книжечках, когда-то я еще с молодой собирала это. Но все равно даже куда-то это вы... Вот именно как она. Я понимаю, что миллион рецептов интернет открывает, каждый там еврейские наклонности, белорусские, все каждый... Какие-то белорусы, они евреи. Кухня. Я даже знаю, когда мы начинаем петь на идыш песни, начинаем, ой, у нас это не то слово, на Украине это не так звучит, а у нас на Востоке по-другому это слово. Каждая хозяйка больше начинает по-своему. Да, поэтому именно бабушкина, потому что все мы родом из детства, я бабушке напомнила эту рыбу фаршированную, как она делает эти котлеты, эту рыбу, как она, и я хотела записать. Поэтому даже вот это элементарно, я жалею, что там какие-то тейгала, типа, она делала такое что-то с маком, какие-то вот эти тесточки, какие-то квадратики. Она все делала дешевое, но такое вкусное. Как-то запекала там где-то. Вот этого рецепта нету. Ты даже не предполагаешь. Мама моя даже не знала, как это делать. Да, поэтому это все к тому, что действительно надо. Теперь такая, можно записать, можно оставить это на историю. Но это такое просто вступительное. Вступительное, да. Мы продолжаем сегодня воспоминания. Мы как раз дошли до этапа, для тех, кто не смотрел раньше, я приложу сюда все видео, живые ролики в конце вы сможете нажать и посмотреть. Предыдущие 3 серии на тему... Серии? 3 серии! По 10 лет каждая.
мамины воспоминания про ее годы, ранние годы. От ноля до нынешнего момента. Дай бог, чтобы мы дошли до нынешнего момента. Думаю, нам это удастся. Сейчас уже забот меньше, дети вернулись в школу, и поэтому у нас, конечно, сейчас опять освободилось больше времени. Его освободилось, но его ушли. Оно освободилось, и у нас, да, очень много других планов на это освобожденное время, но, в общем, не будем отвлекаться. Да. Мы дошли до точки, когда маме исполнилось 30 лет, и я родилась. Да, 30 лет, да, 30 говорили, лет. Что у нас с тобой разница ровно 30 лет. Да, то есть, зная потому, сколько мне лет, плюс 30, легко посчитать, сколько маме лет. 40 лет, мама, напоминаю еще раз, короткая, значит, подборка, мама... А про то, доченька, перебиваю опять, а на то видео тоже нам ответили, на последнее? Тоже ж мы, видишь, как мы давно не... Нам даже некогда в Фейсбуке сидеть в этом, в Ютубе. Нет, я все вижу, там, я да, вижу, хорошая. Я все читаю. Не, я знаю. Просто... Конечно, мы можем видеть, тоже отзывы что хорошие. Отзывы хорошие, нам очень приятно их получать, их, конечно, стало меньше. Кстати, про отзывы очень есть одна девушка, подписчица, которая интересовалась несколько раз. Я ей обещала каждый раз ответить, но все время просто этот вопрос выпадал. Она меня спрашивала: Инна, а хотела ли бы мама жить с вами в Канаде? И все время я думаю, надо ответить на этот вопрос, потому что этот вопрос интересует не только ее, и меня уже раньше спрашивали, я даже когда-то отвечала. Но сейчас, пользуясь возможностью, мы опять ответим на этот вопрос. Итак, мама, сейчас просто ответь, хотела ли бы ты жить с нами? Смотри, это однозначно, что всегда хочется жить со своими детьми. В Канаде однозначно я бы хотела жить с детьми в Канаде, рядом. Ну, ты бы и в Израиле хотела рядом с нами жить. Рядом. Если бы мы были рядом. А вместе просто, а вот вместе в одном доме просто возможности нету, раз. Во-вторых, меня немножко напрягает медицина. Не в плане, что врачи там, а просто... В совокупности моих, букета моих болячек, не всегда могут и принять меня, допустим, на ПМЖ сюда. Не хотят сюда принимать с такими, не будем говорить с какими, но да. если я принимаю, извините, просто так, 8 таблеток в день, ежедневно уже сколько лет, поэтому это, вы понимаете, да, какие заболевания? Я не говорю диабет, сахарный, это не страшно вроде, но да. Все равно, не молодей, только поэтому. Да, вопрос к тому, что хотела ли бы мама жить, да, это конечно. Даже однозначно да. А кто бы, какая бы бабушка не хотела быть рядом со своими внуками, какая бы мать не хотела быть рядом со своими внуками. И климат, мне все здесь не нравится, и люди, мне всяко надо нравится. Абсолютно, маме нравится, и мы бы очень хотели, но есть, помимо желаний, есть еще вопросы технические, которые да, никто не отменял, и... Только следуя своим желаниям, мы не всегда можем делать как хочется. Да, потому что есть еще очень много ряд вещей, о которых нужно подумать. И люди не всегда о них думают, пока не сталкиваются с какими-то вариантами. Поэтому мы, пока Бог нам дает возможность, что мама самостоятельно может жить, как говорится, ухаживать за собой как в полном уме и разуме. Да. Вот, поэтому квартире, мы будем в своей трехкомнатной квартире со своими друзьями и близкими, и все, в своей атмосфере, со своей работой. Об этом она тоже расскажет, когда мы дойдем до жизни в Израиле. Ну, вот. Пока что как бы есть такая свобода. Мы так, а как время покажет, покажет. Но, конечно, бы маме хотелось жить. Она бы хотелось, чтобы мама, бабушка была рядом, конечно же. Конечно. Да как без этого? Так что это краткое отклонение. Это к тому, что мы все ваши комментарии читаем, мы помним все вопросы. Просто не всегда есть возможность ответить сразу или в видео в каком-то конкретном ответить. Кстати, мне еще все просил подписчик из Израиля сделать оладьи, как я делаю оладушки, панкики вручную. И я никак не могу показать этот рецепт. Да, да. Что может у тебя быть... вкуснее получается, чем с твоей готовой, смеси, которую она все время говорит. Вот я смесь беру. А я сделала когда-то это смесь. А я сама делаю, да. И у меня... Я говорю, Дотя, у тебя вкусное, вкуснее, чем то готовое. Да, ну потому что я делаю ближе, похожее то, что на блинчики почти наши, в нашем понимании. Оладушки. Оладушки, то есть оладушки. Да, блины-то это другое. Да, да. Оладушки. Очень похожее тесто, дети тоже любят, они прям вот облизываются. Я покажу этот рецепт, мы обязательно тоже его как-то сделаем. В одном из наших мне видео нравится. В следующей неделе. Доча, мне нравится, что у тебя планы широкие на следующую неделю. Планов у меня всегда очень много. Да. А как без планов жить? Вот, поэтому...
Сегодня мы вкратце расскажем про следующий десяток. И здесь, мама, мы что, приехали уже, здесь уже началась жизнь, уже у тебя родился ребенок, ты уже пожила 4 года на Украине, уже как-то ознакомилась, снесли. Мы же там рассказывали, что уже мы получили, ты говоришь, мама, не забегай вперед. Да, ты забежала вперед, но мы ничего об этом не рассказали. Я родилась. Вообще расскажи мне про материнство. Как это было? Что я тебе расскажу? Как это было стать вдруг мамой? Вдруг, когда я жила всей своей любовью к мужу, все мы вдвоем, и все время мы вдвоем, и почти 4 года вдвоем, и вдруг рождается ребенок, это курочка. Родилась вообще 2700, вот такая матюнька. И когда мы принесли, положили в кресло, на кресло подушку, и вот так поперек подушки, она могла бы и так поместиться. А кроватки, коляски не было? Нет, коляски не было, коляску мы по Владу доставали эту. Днепрянка, по-моему, если теперь по с этими окошками боковыми, оранжевая, такая оранжево-красная у нас была на базе. Жалко, что нету фотографий. Да, есть да. Есть фотография постарше, я здесь ставлю, там, где я уже сижу, сидячий, как да. В такой прогулочной коляске, уже побольше. Да, нет, это такая коляска. Что, не было коляски? Вообще, мне кажется, у нас и кроватки не было. У нас только была ванночка. Потому что я говорю, заранее нельзя. Нельзя заранее, плохая примета, не покупайте. Вот это единственное, что мы купили ванночку. Я вот это, помню, беременная, неслась туда, в другой конец города, сказали, что есть ванночки пластиковые, пластмассовые, модные, большие. Тогда только было все. Единственное, что купила ванночку, все, меня там все так ругали. Зачем заранее, не, поэтому какая, конечно, нет. А я пролежала 10 дней в роддоме, 10 дней почти, потому что старородка была, считалось, 30 лет. 30. Пока там такие неофициальные роды были, поэтому неважно. Только ты второго родилась, еще помню, день милиции был 10 ноября. Давай мы вспомним, извини, что я была. Да. Вот про день милиции это интересно, но про врача нет, тоже не скажи про его имя, мы вспомним его. Врач, который тоже тебя мучили, скажи про это интересно рассказать про роды. Не надо подробно. Да кому это интересно? Просто расскажи, что да, вот ты начала говорить, что день милиции, что когда... Нет, что день милиции даже был еще, то есть неделя прошла, я еще была в роддоме. 10 ноября было, как раньше праздновали день милиции. Мы все в Советском Союзе еще жили. Поэтому еще, я еще была в роддоме. То есть я 10 дней почти 10 дней была там, лежала, как старородка, первородящая типа, старородка. Тяжело, ну действительно, потому что... Ну, что там вообще все, там вообще все нет, что я по 10 дней лежали. Нет, потому что я... А есть кто-то, кто лежал меньше? Меньше, конечно, меньше. Плохо. Ну смотри, ты была щипцевая, это уже ненормально. Но никто не был такого, что родили и ушли. Нет, перестань, я там лежали 5-6 дней до недели, 3-4. Врать не буду, не помню. Вот это не помню. Знаешь, что я вот только пролежала. Вот, поэтому... А что врач мой? Бойчук. Бойчук мой. Бойчук. Помню, Бойчук. Ивана Франковска. Номер какой роддома? О, откуда там, по-моему, у нас один? На Пушкина, который был. Потом Сахарова стала, да? Да. Нет, Черновола. Потом это улица Черновола. Ну, не знаю, короче, все знают, что роддом на Пушкина. На Пушкина раньше было, сейчас Черновола. А вот там был врач, который спас маму. Как-то, чтобы ее перестали мучить. Да, таблетками. Вот это все знают. Но с этими разорванными рубахами. Да, все знают какие-то, когда мы вот так ходили по коридору. Пингвины. Разорванные рубахи. Вот это мы ходили. Кошмар. Как... Все знают, кто моего. Вот все знают какие-то. Поэтому о втором мне было страшно задуматься. Да, кстати, вот почему, вот почему одна. Она одна. Мне о втором было страшно, потому что, ну, страшно. Эту кое-как я... можно сказать, выродила кое-как. Вот, поэтому думаю, о втором, боже, мне даже слышать не хотела долго. Я просто, боялась. Но просто как, потому что карательная медицина, по-другому назвать нельзя, карательная. Прийти тебе, пришли тебе, взяли, усыпили. Во время этого начались схватки, во время сна. Понимаете, это все началось, рвоты, шмоты, вот это, я вся без сил уже пришла. Вот это у меня началось все болеть. Сказала, ничего, не торопись. Помню, с воскресенья на понедельник, как сейчас помню, я все мечтала, чтобы, не дай бог, студентов не было. А то, да, а потом уже все равно студенты! А потом вот запомнила, что это было воскресенье на понедельник. Думаю, слава богу, никого нет, и так рано, все, студентов не будет. Так они мне таблетки, и стимуляции, и я не могу никак, и они мне давить, и выдавливать, и давай то, дыши, не дыши. Ну не получается, нету поток нету, ну так. Конкретно буду уже рассказывать, потому что и пришел этот врач, который вел меня в женской
консультацию. Консультацию он меня просто вел. И у него дежурство. И он заступил на дежурство. А он был молодой? Ночью. Врач, нет, он был даже сейчас, может быть, лет 40 на то время. На тот момент. Боже, какой приятный. Вот Бойчук, запомнила его фамилия. Или Бойко. Бойчук. Всегда, я помню. Да, и все, и он пришел, и он сказал: Боже мой, что вы мучите? Что вы ее мучите? Он зашел просто посмотреть, как тут несколько там лежат. И все, мне быстрее одели маску. Кстати, о чем я мечтала. Я мечтала, чтобы когда рожать, чтобы я ничего не помнила, не знала, чтобы как-то, вот клянусь, вот так вот, Инка, сейчас начинаю вспоминать, я боялась этих родов, боялась. Так и случилось. Меня надели, и все, я уже проснулась, уже у меня ребенок уже, он тут плачет, я жрать хочу. Вот, естественно, как всегда, в коридор положили хлеб. Первое, что ты хотела есть? Я хотела хоть что-то, просто очень голодная была, потому что не было желаний конкретно. Нет, просто хотелось есть, потому что я вымучилась, я до этого вырвала все и измучилась целую ночь. А это ты в 6 утра родилась, в 6:20, и все, и положили в коридор, как сейчас помню, этот хак в лагере, хлеб с маслом и холодный кофе, какой-то типа кофе с молоком, по-моему, и чай, ну что-то такое. Вот это я прямо сглотнула это в коридоре еще с этой грелкой. Вам даже этого и не снилось, вы даже не представляете, что это такое было. И все, вот тебе что, вот это я все рассказала, это было страшно, это просто карательная медицина, просто ужас. Да, для тебя это большая, еще когда, свет на всю жизнь. А самое главное, когда я пришла, когда мне смотрели: ой, у вас и Васик, и Васик. Я же не делала УЗИ, да. Потому что... Ну и не было УЗИ? Нет, было, я посидела один раз, я один раз себе назначила, еще не заплатила, как и сидела, ждала, там надо было пить воду, что-то, я уж не помню, сидела, то ушел на перерыв. Куда-то он сказал, технический перерыв, сколько это, 20 минут, я не выдержала, я встала и сказала, пошла домой, и все, выходит. И мне все предрекали, что мне будет и Васик, у вас там и Васик 3 килограмма, мальчик, и тут вдруг родилась девочка, а я так хотела девочку, и Сережка хотел девочку, мы хотели очень девочку. И получилась девочка, да, и я так обрадовалась, когда мне тут готовая девочка, и я ничего не помню, ни болей, ничего, красота уже, ну, родилась. Все, меня усыпили, он сказал, немедленно, не мучьте ее. И все, это что нельзя было сделать. Сразу видеть, что бесполезно с меня чего-то получать. Я уже была не рада ничего, уже хотела, чтобы оттуда что-то вышло. Какие-то вожжи, чему-то вожжами, такие ремни привязывали. Ну, в общем. Зачем? Но надо еще отметить здесь, что ты никогда не была спортивной. Ну и что? Ты не была спортивной. Доченька, так что все, ну и что? Вон, я знаю, моя подруга рожала, Галя будет смотреть, она знает. У нее такие скоро, она так только не успевала добежать до руки. До этих она пых и все и рожала. Пых и все, скоропостижный, как ее называется, род. Что она великая спортсменка. Да никто, это не от этого зависит. Не, я не говорю про спорт. И не забывай, что у меня был плод. Ты не понимала, как делать. Это раз. Во-вторых, у меня был плод. Счастье, что я всего на 7 килограмм за всю беременность поправилась. Ты у меня была 2700 всего плод-то. У меня не было там разжирения, много воды, чего-то. У меня, я себя очень блюла. Я себя блюла. Поэтому я тебя вот так в таких муках я тебя родила. Девочка моя любимая, моя родная, сладкая. Вот. Ну, спасибо, что ты меня родила. Спасибо, что ты мне дала жизнь. Спасибо. А за недоспанные ночи. Ну и все. Короче, все. Ну, ты видишь, мы на это уже ушло у нас 20 минут. Ну вот это все воспоминание, кому оно нужно? Вот, да, вот, ну, потому что это очень важно. Да, это родилась. Десяток. И я тебе скажу действительно, что у меня началась действительно депрессия. Вот это послеродовая сразу. Мы пришли домой, мы еще жили, я говорила, все вместе. Все я, брат с невесткой, мама. Мы все в двух комнатах жили. Они все в одной комнате. Брат мужа. Брат, да. Брат мужа с ребенком, их три человека и мама. Короче, куча народу в одном. И мама, и мы в двух, да, и мы в двух комнатах, и нам дали отдельную. Я вообще сейчас дальнюю. Об этом думаю. Да это просто кошмар, да. Это как было. Это, мама, вообще возможно? Я не знаю. Еще и комнаты проходные. Проходная. Наша была в дальней, они все пять человек спали в проходной комнате. А эти еще короли она в отдельной большая. Комнате? А куда нам девать? Да, ну а что делать? Маленький ребенок, мы себе, она у нас была меньше. Ужас. Вот, поэтому свое получила тоже в молодости. А Валя, мне это так было все. У меня был любимый человек рядом, который я знала, что он меня защитит, заступится, за поддержит. Все. Поддержит всегда во всем на моей стороне, поэтому это, конечно, легко. Ну и все. И я когда вот этого положили, вот этого маленького... Комочек вот эту на ту подушку, у меня началась депрессия какая-то. Думаю, ну все, и больше той жизни нету.
другая, нету той жизни. Куда-то мы ездили, все, у нас какие-то планы. Жизнь теперь закончилась. А теперь, да, а теперь мы тут. И вот это, и я должна заботиться. Вот честно говорю, я должна, то есть у меня перешло это желание было после 20+, потом оно ушло совсем, и потом, когда я уже ходила беременная, я радовалась, все это было хорошо, но когда я уже родила, да, я думаю, все, тут надо заботиться, надо типа об этом. Моя... Да, и вообще, а условий-то нет. У меня была садок тоже, кстати, так же. У тебя то, а тебе я помню. Я не знаю, почему я плачу. Я плохая мама, я плохая мать. И все, вот это было, это точно. Я была хорошо, что была рядом. Я говорю, дочь, это, естественно, нормально. Поплачь. А у меня некому было поплакаться, кроме моего мужа. Поэтому свекровь была на работе. Эти были на работе, я была одна. И мы были, а Сережка тоже ходила. И я вот одна оставалась и думаю, все, и что я должна делать? Ни книг, ни информации, ничего нигде. Так как хочешь, так и сам. Ну, я говорю, мы с мужем ее... Все, мы купали потом сами, потом все постепенно пришло, потом все, а потом уже все 8 месяцев, когда исполнилось, уже у нас вообще вот это я рассказывала, что да, все мы остались одни, да, мы стали делать ремонт, ребенка в коляску, на улицу, под клеенку. Да, когда вам, как вот вы все сделали, прохозяйничали? Все, мы сделали, все сообщили, а потом начали сказать, и все дорого. А когда мы все уже сделали, подвалы, все, у нас перестилка, все, мы купили мебель, у нас все на пол, ну все у нас, ну просто чики-пики. Ну только, естественно, все принадлежности туалетной на улице, естественно, вода на улице, все на улице, печка, то есть вот это нормально для своего дома. Да, это был такой дом, то есть без удобств, удобства все в одной комнате. На улице. Да, все в одной комнате. И тут можно и помыться на ночь, и ведерочко, ты же понимаешь, но это так. Между нами. Да. И тут же Женькины пеленки, и тут же парились на кухне, печки такие, и тут же мы готовили, и тут же она... Я уже рассказывала, как ты головой в эту в Балию. Это ты не рассказывала. Уже была большая. Ты мне рассказывала, да. Им ты не рассказывала. Ну я просто, я буду каждый день подробности рассказывать. Это яркие моменты. Вот, и все. И все. И мы зажили одни, и тут нам приходится сказать, у вас сносят. Здрасте, приехали. Мы так все уже устроились, уже пристроились. Ну и все, и тут я заболеваю желтухой. И, короче, я иду в больницу, и Сережа остается один с малышкой. И еще... Нет, годик был уже. Годик был, потому что мы тебя... Я подстригли. Тебя... На лысо. Да. Сделали. Когда годик тебе... В ноябре тебе годик исполнился. Я помню, как сейчас, что в январе я заболела, потому что на Новый год свекра приходила. Да, Валя, выпей коньяка, все у тебя пройдет. А я уже желтая, все у меня... А я уже все желтая, глаза желтые. Желтуха тяжелая была. Ну, потому что туалет на улице общий, за ручку за все взял. Это ж первая зараза. У меня же был гепатит А. Это когда через ручку, через, ну, да, вот этот через базовый, чего-то. Это, да, да. От и все, это только там. Ставили. Это только там. Хотя приходил и руки мыл, все. Ну, вот это когда свое. И все. И я пока в больнице лежала, Сережа выбирал, ходил квартиру, предоставили дом уже нам от этого же завода. Все, и все, он сам, и когда я уже приехала с больницы, уже все было выбрано через месяц 21. Да, потому что и 21 день обычно лежали в больнице, а у меня было тяжелое, я больше лежала дней. Короче, не важно. И все, я пришла, уже у нас была квартира, и все, и мы вселились весной, мы уже вселились в новую квартиру. И уже мы вселились в новую квартиру весной. Все, Сережа там все доделывал, переделал. Короче, это наше было еще раз одно жилье новое. Которое надо было все, да, делать с нуля. Да, 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 да. Так что... Вот, и все. И уже, конечно же, в квартире тебе нравилось. Наверное, больше, чем в доме. Ну, а как же все, своя ванна, туалет. Туалет. Все, не выходя. Внутри. Третий этаж. Третий. Лифт. Лифт, два балкона. У нас очень была хорошая квартира. Это военные строили, да. Из блоков дом. Кирпичный дом, да, да, хорошая, хорошая. В хорошем месте, недалеко и от планировка, центра. И планировка хорошая, огромный коридор, где мы там всех как комнату третью делали, короче. Двухкомнатную квартиру мы получили, две комнаты. Ну, все хорошо. Все хорошо зажили. Да. Я потом как раз вышел новый указ, что можно полтора года сидеть дома. То раньше было как-то там до года надо было выходить, а то неоплачиваемый дальше можно было. А тут оплачиваемый полтора года отпуск как раз
Вот прям выходили последние дни, как раз я с ребенком полтора года просидела, да, дома, вот, а потом потихоньку на работу, потом она в садик, короче, вот так. Да, и началась рутина семейной жизни, обычная. Какие-то походы, поездки. Ну, все было хорошо, потом мы купили машину. Машину потихонечку. Мебель, все, мама приезжала моя, тоже помогла нам мебель купить, и помогла все внутрь купить, тоже как-то. Посадили, приезжала, да-да. Так что у нас в квартире было уже все. Уже было все, и мы уже думали, а чем бы нам заняться? А чем бы нам заняться? Инка начала ходить, все подрастало, все кружки она прошла. Прошла все кружки, начиная от... Все семь кругов ада. Да, от рисования, танцевального, гимнастика, плавание, теннис. Везде, где можно было, везде ее пхала, чтобы она себя искала. И мне все это не нравилось, естественно. Во дворец, где я работала. Меня никто не спрашивал, а что бы ты хотела? Да. Если бы спросили, я бы наверняка ответила. Но меня никто не спрашивал. А что бы я хотела на то время? Да, пианино играть я всегда хотела. Ты моя ласточка, я тебе на скрипку отдала. На скрипку? Которую я не понимала. Потому что скрипка. Ты меня всегда вставляла в места, там, где люди уже занимались. Ты меня никогда с нуля не вела. Пришла в это сольфеджио, там дети уже по году сидят. Я сижу, вообще не врубаюсь. А я не понимаю, почему они так тебя туда направили, не знаю. Может, я была типа продвинутая? Я просто тебе отдала музыкальную школу при музыкальном училище. Я не была, вот, знаешь, как с 1 сентября, первый класс, и все с нуля как бы начали. А потому что это очень... Я пришла, там уже все знают, о чем идет речь, а я как бы... Это престижно, я не знаю, почему это престижно при музыкальном училище. Это было престижно, но я ни хрена не врубалась вообще. Там все профессора, все преподаватели. Со мной говорили, я не поняла, что они хотят от меня вообще. Сейчас мы пишем диктант. Все пишут, я сижу, что какой диктант, что писать, какие ноты. Я не понимала эти ноты, что мне их никто и доченька, не объяснял. Доченька, это твоя великая украинская учительница. Нет, я сейчас вспоминаю, которая... что мне никто ноты не объяснял. Со мной говорили так, как будто я уже их должна была знать. А я их не знала. Со мной никто не занимался, мне приходилось делать вид, что я все понимаю. Все а я нифига не понимаю. Я не понимаю, как понимаю. Перестань, как ты... Да так это было, там. Ну так это было. При том, что мама преподаватель. Музыки. Я не знала, нифига дала в престижную школу. Нифига их не знаю до сих пор практически. Нет, но я понимаю, можно и знаю уже сейчас. А как ты играла на академическом концерте? А как я играла, мама засунула меня в эту школу, и надо было на экзамене играть на концерт. Ну как, и дочка сейчас играет. В спортивном зале. В актовом зале школы этой музыкальной. Все приходят, экзамен, каждый класс играет, да, свой там пианисты, скрипачи. И я вышла. И ты отыграла, при том, что она с тобой целый год песенки пела. Мама говорит, что как было... А я сижу, и мальчик сидит, который тоже со мной ходил в классе, он был со мной. Вот мальчик какой-то там, он отличник был, я помню. И он сидит в первом ряде, он уже отыграл свое красиво, естественно. Я вышла, блин, меня все вот это вот как так ты тряслась, моя ласточка, я помню. И он говорит, посмотрите, как у него ноги трясутся. И я слышу, как он это говорит. Они у меня от этого еще... Я себя пытаюсь совладать с собой. Это в каком классе я была? Где-то, наверное, я второй? Знаю, где-то, да, это такая, а зато ты такая хорошенькая, красивенькая. Ну, главное, чтобы была красивая одежда, как мама. Джинсовую юбочку тебе мама сшила. Да, банты больше головы. Банты красивые. Ты сыграла песню, какую нужно. Ты сыграла за месяц, я с тобой взялась заниматься до экзамена. Сучка. Она целый год проходила песенки, пропели, простукали. Я думаю, когда она с тобой приступит к постановке руки, ко всему? Потому что скрипка я чуть додала. Потому что когда ты училась бы на скрипке дальше, ты бы взяла и фортепиано общее. Как оно, фортепиано покупать дорого было. Даже разговора не должно было быть. Это в те годы уже, когда 90-е. А скрипочка была дешевая. Дешевая, можно было купить, заказать. Да. Поэтому отдали на скрипку, все равно музыка. Ну ладно, об этом что говорить. Короче, жили-поживали. Потом началась перестройка, не в этом плане перестройки, а самостоятельно Украина пошла быть. Нет. Короче, и все, и пошло вот это меняние денег, вот, тяжелая жизнь. Тяжелые времена. Тяжелая жизнь. И Нуська стала повзрослее, она, конечно, выбрала себе, наконец-то пошла на... Наконец-то, случайным методом, да, тыка я попала в карате. В карате. На дзюдо хотела, в карате, и она очень большие успехи, она там себе характер закалила. Почти она 5 просто лет. Там она отходила среди мальчиков. Можно сказать, одна девочка была, ее все уважали, и мне гордилась, она так далеко ходила. Папа вечером ее ему раз забирал. 3 раза в неделю. И при этом потом еще чуть-чуть потом дальше стала ходить в воскресную школу при синагоге. И отсюда вот это маленький путь пошел.
И все. Да, с Нового я начала ходить где-то в 95-6, когда Галя уехала. Я пошла в воскресную школу, и у нас мы начали задумываться об отъезде. Да. Да, она так... воскресная называлась, но не потому, что воскресная обычно это крестьянские школы. Да, да, я же про то и говорю так, чтобы было понятно. Это еврейская при синагоге, они делали курсы иврита. Вот, и хорошие успехи у мамы делала, уехали друзья читала. Первые уехали в 90 каком? В 93-м, по-моему, третий. Ирка уехала в третьем. Ирка в каком? В третьем. И Галя где-то пятый, четвертый, где-то не четвертый, пятый, не дальше. Четвертый, пятый. И да. Вот там я где-то начала ходить, в 97-м примерно, да, где-то. 96-97 я начала даже ходить. Узнали про синагогу, я не помню уже, как я туда зашла и как это все произошло. С Инкой я вообще, по-моему, как-то туда пошла. Я не помню. Как-то мы зашли в эту синагогу, это Инна мне, по-моему, сказала, и мы зашли. И, короче, мы стали понимать. Моя подруга и закончила. А я продолжала, мне понравилось ходить, понравилось учить иврит, потому что я на тот момент уже сама выучила буквы дома. Мне очень нравилось все про Израиль. Лагерь мы тебя возили. И в лагерь, меня два раза отправляли иврит. Ездила, да, да. Да, очень все это понравилось мне, и я начала учить иврит, и мамины друзья начали ехать. Да, и ты загорелась, и я так немножко начала нас подготавливать. Я сама загорелась, мне так захотелось. Вот какой-то такой сионизм во мне проснулся. Мне не хотелось там в Америку, в Англию или еще куда-то. Мне хотелось именно в Израиль. Я очень много начала читать, узнавать, интересоваться. Ну и постарше стала. А через тебя и мы стали, и ты через нам стала. Через меня и мама. Никогда. Я получилось такое состояние, что я ходила учить иврит, а люди понемножку вот приходят учить иврит, через месяц уезжают. Приходят следующие, я, через меня прошло столько потока людей, а я все сидела и сидела с моим учителем. До того момента, пока уже сам мой учитель не уехал в Израиль, точно, пришел точно, какой-то другой мальчик, и я уже думаю, блин, уже пора ехать. Это было несколько года, два, наверное, я туда ходила, что-то такое, там да, и всякие да, нам да. давали пайки иногда, да, я да, приносила да, что-то, это было тоже мацу, приятно. Мацу. Масло так. даже давали, был дефицит был, масло сливочное. Масло давали какие-то эти хлопья какие-то. Ай, да, 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 да. Помню, да. с какой гордостью хлопья да, принесла. Да, да, мама, да. смотри, нам дали хлопья, коробку хлопьев. Потому что времена были достаточно тяжелые все эти 90-е, и начало, и конец. Да, да, да. То есть, потому что там дефолт пошел, естественный процесс вот этой перестройки, да. И это все как бы било по людям очень сильно, чтобы там рассказывать, сколько сериалов снято на эту тему. Поэтому это ударило и по нашей семье, конечно, очень хорошо. Но я считаю, даже мы тоже как-то с помощью близких, родных, бабушки, да, друзей, как-то более-менее проскользились. Прокатились на коньках. Очень тяжело. Очень сквозь тяжело. Сквозь этот период. Да. Ну, как все знают. Это тяжелый период для всех. Все то без это работы, такое выживание. Безработье, эти талоны. А я на подросток, колбасу, хочется на масло, меня одеть. Да. А тут жрать нечего, грубо говоря. Да, да, да. Поэтому это был тяжелый период такой. Вот. Не и будем вникать, потому мы что не все, будем вникать, все прошли копать, это, все знают, что прошли. Это. Короче, потом мы решаем поехать, уехать. Потом у меня мама умерла в 96-м. Мама умерла, и потом... И меня еще это держало, меня еще это мама держала, да. У мамы не было никаких мыслей про отъезд, потому да. что я уже начала про это говорить. Естественно, мамины подруги тоже говорили, ты как вообще главная еврейка должна была давно уже быть в Израиле. Вот. А все, бабушка умерла, за бабушкой умер брат, который тоже жил с бабушкой, мамин брат. Да, и у меня никого переехали. Кстати, расскажи, что они разменялись же с Сибири. А, они с Сибири, они переехали да, на Украину, чтобы быть поближе к маме. Разменяли квартиры. В Кременчук уехали. В Кременчук уехали. Жили в Кременчуге, да. И мы все ездили к ним летом, старались каждое лето ездить. Ну вот это тоже туда можно отнести. Это тоже в этом? Это можно, или после 40-летия уже. После 40-летия уже этого не было. А, точно. Вот. И мы ездили, старались каждое лето, проезжали там через Киев, останавливались тоже у родственников, немножко по Киеву гуляли, потом ехали в Кременчук. Вот. Все на машине это, потому что все это на машине ездили. Много я путешествовала, поэтому с детства, поэтому для меня путешествие на машине, ехать в Чикаго или куда-то еще в Америке, это нормально, по 10-15 часов езда. Вот. Потому что это все с детства у меня так приучены мы были. И какие-то свои традиции у нас были, где мы, как мы останавливаемся кушать, что, как, что. Да, да, да. Вот, потому что это уже был путь проделан не один раз. И все, и бабушка умерла. За ней, значит... Через полгода ушел через мой полгода брат. Брат мамин, значит, он уже не был живых. И мама, получается, ничего не держала уже на Украине.
состояние не улучшалось финансовое, и я заканчивала, шло к окончанию школы, и нужно было что-то думать. Что-то да, думать. И мы себе решили. И я очень хотела в школу милиции поступить. Хотела поступить в школу милиции и работать с детьми, с подростками, в этой детской комнате. Для этого нужно было закончить школу милиции. Для того, чтобы закончить школу милиции, помимо того, что нужно было ее закончить, туда нужно было еще поступить. Вот хорошо, уже эти воспоминания уже ребенок может рассказать. Поступить можно было. На платный, да? На бесплатный там просто не было. Как бы не было. Ну, то есть нету такого там, школа милиции это только платная. Просто есть, когда платный. Как бы и ты молодец, и вообще все супер-пупер, и таких людей нету, ты поступаешь. И дать нужно, как говорится, на карман. У папы были знакомые в этой сфере, он узнал, сколько нужно дать, чтобы как бы пройти туда. Чтобы даже не пройти, а подать документы, чтобы тебя рассмотрели и сказали, может быть, мы подумаем, и потом ты даже второй раз, и они уже как бы принимают решение. Так вот, для того, чтобы дать хотя бы даже первый раз, такая была сумма, я сейчас не помню, я даже не хочу бросаться цифрами. Абсолютно не помню. Это было просто нереально. Такая сумма. Даже цифра такая была, что я даже не понимала, как. Поэтому для нас, кто закончил школу милиции в те года, в 90-е, вот кто у меня... Это крутяки. Потому что финансово просто это... Ты можешь быть суперумным, но там надо сначала деньги, а потом уже твои мозги как бы дотягивают. Поэтому в этом плане эта мечта, так сказать, завяла. И потом мы немножечко была маленькая мысль, что-то такое у меня медицинское, но я понимала, что мне очень нравилась анатомия, биология, зоология, это все мне на каком-то этапе в 9 классе очень понравилось. Даже учительница моя предложила, что если я решу поступать, она поможет мне подготовиться, мой учитель в школе. Но я понимала, что химия у меня с математикой не очень хорошо. Ну и помимо этого, мы не потянем финансово, потому что там тоже нужно иметь большие средства, чтобы учиться в медицинской школе вот этой нашей. Это академия тогда, кто она там называется. В Ивано-Франковске тоже популярна. И поэтому... Мединститут! Но это уже сейчас не мединститут. Ну сейчас, я говорю, на то время, сейчас... Конечно, все переименовано. Одним словом, эти все мои мечты хоронились друг за другом. И единственное, так как я все-таки у меня была спортивная, как у мамы вот была музыкальная школа, ее бэкграунд, ее предыдущий опыт в музыкальной школе, которая пустила корни для последующей карьеры, также и у меня. Я сказала, что у меня есть спорт, я могу, в принципе, пойти по нормативам, потому что я там за школу бегала, и у меня, там в школе хорошие можно было рекомендации получить. Да, ты же получила. Плюс мои грамоты каратистские, да. То есть у меня уже было спортивное такое, какое-то база хорошая, и я решила, пойду на учителя. Хотелось мне учительствовать, всегда что-то преподавать кому-то. В общем, хотелось, думаю, попробую пойти на учителя. Но на тот момент одновременно мы принимаем решение, что мы будем эмигрировать, ехать в Израиль, репатриироваться. И я хотела просто для себя, потому что не видела будущего. Мы не видели для меня будущего, возможностей, как меня можно просто выучить. Просто никакого. То есть, если ты где-то дотягиваешь мозгами, то ты не дотягиваешь деньгами. Вот. Кошмар, колготки лишние нельзя было купить. О чем говорить? Колготки, да. Ребенок. Себе я в драном поэтому старом. Я попробовала, решила еще свои силы кошмар. Попробовать. Я закончила 11 классов и решила попробовать свои силы на физкультурной. В пединституте. В холодном бассейне. И в принципе я прошла на платный, там на бесплатный тоже невозможно практически попасть было, но на платный я прошла, сдала все нормативы необходимые, диктант, необходимые нормативы нужно было, там один день был беговой всякий, бег на разные дистанции, потом, второй день нужно было в бассейне нормативы сдавать, в грязном ледяном бассейне, в грязном, вот прямо с мхом, в холодном ледяном, в который прыгали и пищали все. Но перед тем, как туда зайти, нужно было пройти через воду с хлоркой, понимаешь? Ужасно, не дай бог, ты этот грязный бассейн своими ногами грязными замажешь. Это ты с папой ездила, меня там да, не было. Да, папа принимал участие в моих всех вступительных экзаменах и написать диктант. Так что, в принципе, я диктант написала на 4.
сдала все нормативы, я там не помню, как это, нормативы по нормативам сдала и прошла, короче, на платный. Вот. Но я для себя прошла, я знала, что я королева жизни, потому что если бы я хотела учиться, я могла бы идти. Там тоже нужно было, да, платить, но как там было более-менее вменяемые год, суммы, да. Были вменяемые в пединституте, в Прикарпатском университете, который сейчас он называется, если бы не переименовали еще. Вот. И, но мы знали, что мы уже решение принято, мы уже на тот момент оформили все документы. Или мы еще не оформили, но планировали. Да, планировали оформление. Летом, да, да, а улетели-то мы в мае. Да. Да. Поэтому готовились бы. Поэтому мы готовились, мы уже знали. Да. То есть решение было принято, нужно было собрать документы, ездить в консульство. Это тоже был очень такой процесс длительный для нас, сбор всех документов, потому что даже денег поехать в Киев в консульство, это тоже... Ого, сумма денег. Конечно. И у нас был куплен билет, как я сейчас помню. Когда мы, это 99-й год, сейчас я вам напоминаю, 99-й, короче, у нас уже все, мы собирали документы, готовились, в общем, и 99-й год, мы, значит, у нас билеты туда и обратно, купленные. Нахально, нахально мы туда и обратно. Мы не нахально, за один день купили. Люди ехали, я просто перебью на это, насколько что с нами Вселенная и все Всевышние, все, кто там и есть. И вообще, как должно делаться, так оно и будет. Да, да. Задумал, потому что мы по-другому не помышляли. Люди пробы, ездили пробные, с пробными документами, да, на консультацию. Да, на консультацию. На что-то еще, к посольству. А мы все сразу. И нам говорили, вы должны ехать на консультацию, да, сначала. Начали, может, вам документов может, хватать. Вам что? А потом, типа, это вот. У нас не было финансов брать билеты, ездить на консультацию, потом на них. Потому что мама говорит, вот это все, что, потому что есть списки, что тебе нужно. Нет, там... самая доченька была самая опасная и страшная, что у меня не было, что у меня не было маминого, моя мама умерла, и брат умер, и все ушло. Нужно же было вот короче, надо было все документы свидетельство оригинальное. Делать запросы, маме. Просто что время еще взяла, пока мама делала запросы по всем точкам, чтобы найти вот эти все свидетельства о смерти. Вот это все, пока ты нашел, пока ты написал, пока они ответили, прислали, это все длительный процесс. И мама на тот момент, когда у нас уже было собрано все, она говорит, вот смотри, вот здесь... все возможные и невозможные документы, которые мы можем предоставить по еврейству, по всему. Если им еще что-то нужно, у нас просто нету. Поэтому вот этот сбор шел очень долго. Долгий процесс сбора документов, да, был. Да, да, да. Я уже не говорю там пойти в эти авиры и вот это все то, что там было, вот это вот с паспортами, с гражданствами. Да, 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 вот да. Это я даже не молчу про это. И вот в момент, когда и мы это решили решали, ехать, вообще мы вот это решались. Мне это было интернета, чтобы проверить часы работы, как что надо. Просто наобум, знаем адрес, куда ехать, это консульство где, израильское, в Киеве. Берем билеты туда и назад, но это было не в один куда? День. Мы утром, типа утром приехали, а на следующий день мы должны уехать. Нет! Мы утром приезжали, а вечером у нас было... Не-не-не, мы спали ночью. Мы спали. И мы приходим с аэропорта, с этого, с, прямо с вокзала. С вокзала едем туда. Консульство. А там надо очередь занимать. Люди там ночами, ночью записывают приезжаем, и дежурят. Приезжаем, а там море народу стоит. И еще, доченька, я это перебью. И выходим по-моему, уже... первый день был начало Песаха, что-то Песах, такое. Об этом мы узнали уже в конце. Великие евреи! Значит, и мы приходим. Толпень стоит людей, я не знаю, сколько, списки, естественно, между собой там все записывают. Ну, так, давай два слова скажем, люди не помнят. Папа не мог с нами сразу ехать, типа он остался, потому что мама там, еще да. Отец, мать были, и он не хотел он их просто оставлять, оставлять, и они не хотели, поэтому мы вначале решили пробно ехать с дочкой. Да, мы решили ехать вдвоем. Да. Вот, ну и на тот момент все равно вы были в разводе. Мы уже развелись. Так сложились отношения, что они развелись, да, да. И, но жили вместе, и, в общем, так рассмотрелся. И потом еще этот развод. Ехать вдвоем. Да, да, и потом этот развод надо было кучу печати, шмати ставить. А потом опять оформляться, что мы решили, они решили, что не надо опять. Вот это вот меньше будет и для документации. Да, да. Поэтому мы вдвоем все везде. Ну, папа, естественно, сопровождал, там проводил на вокзал, тудым-сюдым. Все это было, конечно, с его поддержкой. Да. Вот. И
мы приходим, там толпа народу, списки, мы растеряны с этими сумками, в сумках эти яйца у нас, яйца вареные, ну мы же все как по-нашему. И мы, значит, это записываемся куда-то в какие-то списки. Главное, что мы пришли, и мы там. И все. И нас впустили, могли определенное количество упускать. Подожди, еще до куда впустили. Выходит мужик и говорит, сегодня мы не принимаем всех. Сокращенный день. Сокращенный день сегодня. Бля, какой сокращенный, кто знает. Там осталось пару часов, поэтому мы примем. И мы понимаем, что мы можем не попасть. И он назвал районы, из которых он не будут сегодня принимать людей. То есть там люди приехали, там Калуш, там, я не знаю, ну, со всей Украины, да, то есть это не тоже из Киева. Да. Люди приехали, и он говорит, сегодня мы не принимаем людей, и перечисляет области, вот прям называет, кого они не будут принимать. И люди такие, как, что? Мы стоим с мамой вот так вот. Если сейчас назовут, что сегодня не принимают, а у нас завтра пать назад, мы еще не знали о том, что Песах. Да, да. А у нас завтра билеты, мы уже не сможем больше сюда прийти. Как это? Мы с трепетом в душе слышим, наши не назвали район Ивано-Франковский. Значит, не назвали Ивано-Франковский. Слава Богу, вся вот эта толпень, которая была, она практически вся рассосалась. Осталось человек, наверное, 30. Ой, 30, это так подробно, я только помню. Человек 30. И мы проходим, мы счастливые обладатели входа. Мы еще не знаем, что внутри, но главное, что мы уже в списке, что мы, нас не отправили домой, что билеты еще работают. И мы проходим, и очень тяжело, как мы проходили, там у меня все скрипело, меня уже раздели почти, пока на этом входе меня через вот эти все аппараты. Нет, а потом, это ты помнишь, еще я тоже должна 5 копеек, кстати, когда мы уже сидим, и мы ждем, и люди выходят без результата. Так я подожди. Выходят без результата. Нет, кому-то не прошли, кому-то не прошло, мы сидели. Я, во-первых, мы с мамой не ели вообще. Я похудела, вам могу сказать, что я до отъезда и после отъезда взвесилась на 7,5 килограмм, между 7 и 8, я помню, что такую цифру. Я похудела за сутки, потому что такие нервы были, мы по ним и так хотели поехать, потому что понимали, я вам рассказала, почему про вступление, потому что не было для меня будущего, это была наша надежда. Помимо того, что мы хотели попасть в Израиль, я про него уже все знала, и уже иврит я базовый даже немножко могла говорить, потому что я 2 года отходила, значит, на вот эти уроки, и мне хотелось так, и вот эта мечта, и мы понимали, что, ну, это вот такая вот дорога, и мы сидим, а мы, как самые послушные, заполнили анкеты, и самые первые их сдали. А на нас положили все еще свои анкеты, а потом, когда консул пришел, забрал анкеты, он с последнего и начал, то есть последний получился первым, а мы первые оказались самыми последними. Мы были самые последние. Где-то вы... И мы видели, как люди выходят и уходят. То есть мы не понимали, как это работает внутри, что спрашивают, как это идет, как что. И мы видели, что кто-то выходит и уходит, кто-то выходит и что-то ждет, там чего-то ждут, им выносят. То есть мы не понимали, что происходит. Потом, значит, на каком-то моменте у меня был этот нервный желудок. Я начинаю опять волноваться, слушай. Нервный желудок, туалет постоянный, боишься выйти, то вдруг тебя вызовут, а ты в туалете сидишь, терпишь. Вот это вот все вот такое. Потом мы решили поесть яйца с мамой, мы раскрыли, но начало на все консульство эти яйца вонять. А мне кажется, еще были котлеты с чесноком. Если это нет, то нет. Не было котлет с чесноком. Запах поездной. Ну вы понимаете, что такое запах яиц, да, когда ты их почистишь. А мы с сынкой потихонечку. А мы там в мешочки там запихались. Вот, и, в общем, нас последних зовут. Ну, в общем, все там внутри прошло у нас просто на ура. Собеседование с консулом было просто на ура. Я не знаю, что там было. А что там было? Нет, не знаю. А самое главное, это было, что было мое свидетельство оригинальное. Потому что приезжали с поддельными документами. Да, люди подделывали. С повторными этими. А у меня было оригинальное свидетельство о рождении, где у меня написано, что моя мама еврейка. Самое главное, по голосе мама. Папа-то у меня удмурт, а мама еврейка. А потому что в мамином свидетельстве писалось, что у мамы и папа, и мама евреи. Вот, а у меня было только у меня было 1 000 000 копий сделано с маминого свидетельства о рождении, а ее не было оригинально. Потому что я ему дала это и дала свое. И он там проверял, они проверяли, у них а мы с сынкой так, а мы с сынкой там еще смотрим камеры здесь. У них камера. А у нас даже не было сил. А что он думает? У нас не было сил. Мы, во-первых, были истощены, и мы уже были на таком этапе, что
будь что будет. А ну, я считала, нет. Дадут? А я дадут. Считаю, дочерь. Не дадут? Не дадут. Но мы обе знали, что все будет хорошо. Нет, и еще, еще я тебе хочу сказать, настолько мы с тобой обе в одну сторону смотрим, или как, настолько мы едины, что мы... Мы с тобой понимали, что нас на нас да, смотрят. Что камера, что без на нас разговоров смотрят. Мы сидели, спокойно ждали. А хотелось. Что там туда? А мы сидели, нормально, ты видела, как он посмотрел. Мы спокойно сидели, выжидали. Вот, да. И он они, может, там посмотрели, как они себя ведут, а мы себе как будто, вот не сговариваясь. Ребенку 17 лет. Мне еще не было 17. А было 17 лет, а мне, значит, 47. То есть я-то понимала, что я могу смолчать. Мне я ничего не... Настолько вот она интуиция у нее с детских лет. Мне не надо ничего. Я говорю, Тинка, веди себя нормально, она смотрит. Ничего, мы с ней. Да, вот у меня всегда было какое-то понимание, как себя нужно. И мы сидели, как будто бы мы все уверены, да, что у нас все хорошо. Ответ. И вот что он вышел, когда он уходил несколько раз, приходил, да. Брал документ, возвращался, заходил, они выходил, смотрели приходил. Качество документа. И мы уже, во-первых, мы были счастливы вообще, что мы попали в этот день, что мы досидели и все такое. И он, когда последний раз уже зашел, он сказал: счастливого полета. А ты сказал: да и траво. Да, я сказала: леги траво. Ему на иврите, да, на иврите, до свидания, значит. Да, да. И мы поняли, что все, мы прошли, но кто еще будет счастливого полета? Он сказал: счастливого полета. Он Боже, так сказал. Говоришь, мне и мы вышли, последние, уже в этом зале ожидания, где сидели, есть, нету никого, не было. Мы были последние. Такой и нам вышла нам, он сказал: подождите, вам вынесут. И мы ждали, и женщина вышла, нам вынесла паспорта и говорит нам: с праздником. Хак самех, типа, с праздником вас. Мы такие смотрим, типа, с хорошего Песоха. Мы даже не знали, что праздник наступает. Вот мы даже в этот день, мы вот в этот день, мы, вот, понимаешь, в этот да. день мы попали и мы прошли. Вот. Все, вот все больше свыше. Не могу так ничего жизни сказать. Все происходит. Все, что Бог хочет, чтобы как было, так оно и есть. Ничего не повернешь. Вот. Потому что на самом деле у меня были попытки уехать в Израиль до этого. Но так как мы рассказываем сейчас про мамину жизнь, а не про мою, да. То я просто хочу сказать, что и до этого я сдавала экзамены, чтобы пройти на программы. Но... А что, ты и прошла? Я прошла, просто но там были тебя нюансы. Подплатили мне, что тебя убрали. Меня подплатили другого человека, и меня за... Да, тоже схожая ситуация с твоим поступлением. Вот. Но, да. И так Бог показал. И потом мне Бог показал, когда я приехала в Израиль, тех людей, которые приехали по той программе, на которую сами, я не попала. Без родителей. Без вот родителей. Я знала этих детей, которые прошли по программе. Я знала этих детей, и я их видела, я попала в то же место потом, это в будущем, это если я когда-то... Посмотри, какая красная, я опять пережила это все, да, как и было я обидно. Я это все видела, мне было обидно, а потом... В классе, тебе поздравляю, Инга! Сколько лет, я увидела, значит, спустя несколько лет, я увидела этих детей, я увидела, что происходит, и я была счастлива, что я не уехала. Что ты не тогда. Попала. Вот так, что Бог, вот так, когда сильно поэтому хочешь. Поэтому все, что Бог делает, вот, и все, и мы счастливы. Поехали с мамой тогда в магазин и купили Мивина. Вот эти вот быстрое приготовление, как он называется, макароны эти у них называются, быстрого приготовления. Мы их купили, сосиски, и это, поехали к Лорке, сварили, поели. А, ты же это помнишь? Поели, потому что у нас на вечер был поезд. У нас уже яиц не было. И мы яйца съели. Да, яйца не съели, мы купили Мивину, денег нет. Мы купили Мивину, вот как она называется? Мивина. Доширак. Купили доширак. А что это такое, дочь? Я не понимаю. Потому что дети едят, у меня макароны эти, суп. Ну, я поняла, а что ты так помнишь, что мы вот да, это покупали? Да, мы купили, кошмар. Потому что денег не купили, этот пакетики счастливые ехали там на автобусе, троллейбусе, метро, где мы ехали с этими сумками. Сосисочки приехали, вот это поели, и вечером мы уехали. Правильно, и вечером уехали, потому что ночь мы и утром приезжали во Франковск, ты говоришь. Мы нет. И Лорка еще картошку почистила и в холодильнике стояла. Да, нет, мы Мивину поели, вечером мы пошли погуляли с тобой, и на второй день мы уехали. Да, вот так это было. Зори. Важно. В общем, смысл в том, нет, это не на один день, мы с ночевкой взяли. Но смысл в том, что вот такая была наша история, и так мы попали в Израиль. Мы так медленно перешли на 40-й десяток. Ну, это все правильно, на 4, потому что потом только была вот так жизнь мне. Я все. Все, жизнь была, ребенок вырос, все было с ней, она подрастала, была интересная, хорошая девочка, все у нас квартира, все в квартире, машина, квартира, поездки, Еремче, Закарпатье, везде мы ездили, все мы видели, в Кременчук ездили, то есть вот нечего, все было хорошо. Да, все активное хорошо. Детство, как мама пыталась устроить. Работа моя продолжалась в ДК, если это обо мне
Да-да, вообще, если это обо мне. Про ДК твое продолжалось недолго. Почти до конца все равно. Ну, в общем, смысл в том, что... Работали, устраивали вечера в ДК. Очень-очень интересная у нас команда подобралась, которая одна из команды из нашей... Девочка уехала первая в Израиль, Ириша. Потом уехала Галка, а потом я уже, они меня заманивали. Галка меня холодцом заманивала. Говорила, Валь, она писала письма, тетрадки, письма. Валя, я пошла в магазин за хлебом. Да, не говорили, по телефону было тяжело. Не было, не было никто, у нас и телефона дома не было. Письма получали. Я пошла в магазин, она мне, сейчас мы все время вспоминаем, я пошла в магазин за хлебом, и вдруг я выиграла видеомагнитофон. Значит, я, ну, в это время у меня стиралась машинка стиральная, которая у нас все были, мы какие там вручную как-то, да. Были простые, интересные. Да. И у меня варился, на бытовом уровне. И я из индюшатины поставила варить холодец. Холодец для меня это слабость до сих пор. И она знала, то есть ты видишь, какая жизнь вот так вот идет. Все, и она меня вот она это манила. Она писала не с тем, чтобы мама завидовала, а с тем, чтобы как бы ее завести, меня быстрее, да, чтобы я быстрее делала документ. Хорошая подобралась компания, и было весело, и было веселение было этих 90-х. Тяжело, но все равно мы находили себе развлечения, и дети наши, участвовали в этих во всех постановках, во всех наших посиделках, как мы делали в РТЭП, ходили. Я в этом не участвовала, но мои подруги, которые уехали в Израиль, не любили эти ходить на коледу, коледовать, одеваться. То есть все это у нас было. И все. И они первая уехала. Царство небесное, Ирочка, она уже умерла. Вот. Потом за ней уехала Галя, которая писала мне письма. Ну и потом уже наша сынка пришла. Очередь уже надо. Деваться некуда. Как пришлось ехать последний из магика. Добрались. Так что все, рассказывать больше нечего. На сколько минут мы уже проговорили? Ну, в общем, не нет, важно. Так мы тебе рассказываем, а я потом разделю. Если да, так. Короче, вот так вот. Вот это сороковые, и вот мы здесь для вас закончим, а для себя продолжим. Вы увидите это в следующем видео. Продолжение уже жизни, как мы приехали в Израиль. Это тоже интересный кусок жизни, отрезок. Поэтому оставайтесь с нами. И спасибо вам за ваше внимание, за ваши комментарии. Мы вас очень любим, мы ценим все, что вы пишете, каждое слово, потому что мы знаем, что в таком мире сегодняшнем найти время, чтобы черкнуть слово, я уже не говорю про те письма, которые вы пишете, да, да. Это большое, действительно большое спасибо огромнющее, вам всем здоровья в новом году, счастья, взаимопонимания с близкими, поддержки от близких людей и всего самого наилучшего. До следующего видео. Да, и давайте, чтобы у вас было окружение всегда искреннее, ваши друзья. И я прошу, просто хочу и до отъезда еще почитать ваши комментарии. Да, конечно, я дома приеду, почитаю, но мне хочется здесь вместе с ребенком. Да. Все, до следующей, мы надеемся, передачки. Да, пока-пока. Пока.